Здравствуйте, с вами опять я, ваш Виталий. Мы продолжаем наши уроки за здоровый образ жизни, за трезвый образ жизни, за популяризацию единоборств. Сегодня мы опять в гостях у Гадзюрю Карате с Мельником Андреем. Сегодня он пообещал нам открыть секреты физической подготовки в Гадзюрю Карате. То есть различные упражнения как со своим телом, с массой тела, так и на специфических упражнениях, которые именно используются только в Гадзюрю Карате. Добрый день, Андрей. Добрый день. Ну, начнем. Традиционно ли начнем? Давай, с традиционных, да, смотри, как. Да, это снаряд называется чиши, который мы можем сделать сами. Для укрепления костей, для укрепления предплечья, для развития хорошего удара. Первое упражнение мы делаем таким образом. Берем чишу. И 10 оборотов. Если для оборота на одну руку, 10 на другую. Рука здесь. Корпус. Это похоже, как мы делаем с длиной от штанги, только это мы грузим одну руку. Такая ручка. Вот. Раз. Залом. Но не опускается локоть не опускается. Все время вверху локоть. Да. Нагрузочка. Вот так. Да. 10 в одну, 10 в вторую. Сколько тут вес? Килограмм, наверное, 5-7, да, где-то идет. Но за счет того, что нагрузка распределена только на одну сторону, ну, это довольно-таки существенный вес. Следующее упражнение мы делаем вот таким образом. Опять же, взяли. Много базовой техники, много будет приседаний с ним. Печ. Окей. Здесь. Отсюда. И ровно рука. Опустили. Как вы обратили, рука здесь, ич, она не опускается. Приселись, ич. Опять упражнение. Это мы грузим, скажем так, компаундное упражнение, да, такое? Предплечье и... То есть мы грузим и корпус, и поднимаем 30. Здесь предплечье выдержание, приседание делаем. Здесь. Теперь внутрь. Оп, поднялись. И обратно. Раз. И одновременно. Придерживаем 3 секунды. Такое интересное, да, хорошо. Предплечье, именно кисть укрепляют на удержание. Раньше такие упражнения с топором делали. С топором можно, в принципе, то же самое, да, делать. Так, еще раз поехали. Да, вытянутый ручку. И вытянутый рука из-за головы. Из-за головы. На трицепс разгибание. Да, да, да. Рука здесь. Солнечное сплетение. Довольно-таки тяжелое упражнение. Особенно, если не делал раньше. На кисть предплечья очень тяжело, поэтому лучше брать, наверное, начинать с гантельки килограмма на 2, потому что брать. И уже для детей мы берем, мы сделали так банку от Nescafe литровая. Мы залили туда цемент, сделали это на 3-литровой банке. 3 литра, да, краски сделали. Но следующее упражнение у нас идет, то мы делали внутрь, а сейчас идет вот таким упражнением. Раз. Так же самое мы выносим, сделаем, только мы сделаем теперь не внутрь, а делаем в обратную сторону, вот, и по 5 раз. То есть мы в эту сторону теперь идем, приседания и опять же, и приседания, но приседания вместе соприкасаемся, одновременно, да.
Сюда. Довольно хорошее, да, упражнение такое. Следующее упражнение для отработки шимиваса, для удушения, для таких упражнений, как здесь удушение, да. Затягивание. В кимоно делается, да, перетягивается шея обратным. Ну, не обязательно в кимоно, можно сделать по-другому, можно захваты много-много тренировать пальцы. Которые где-то делали, здесь захваты. За кожу. За кожу, здесь кожа, здесь есть, к примеру, у нас пляж. Мы должны понимать, что есть бэтбои, плохие мальчики. И здесь должны брать очень неприятные вещи. Такое. Ну, щипок, да? Какой? Здесь. Если еще ногти отрастить хорошие, да, вообще будет захватки. Теперь следующее упражнение при плечи. Это хорошее, да, упражнение такое. Одновременно, да, вот. Попробуем. Только на вытянутую руку. Раз присел. И заметьте, одновременно, когда приседает, все бросочки делаются снова. Тренируется поднятие, вырывание. Быстро, да, вставать желательно. Да, хорошо, плечи грузит, опять-таки кисть при плечи. Следующее упражнение скручивание и то, что я вам говорил, ич. Держим. Сначала левая рука держит здесь, потом меняется. Отсюда. И столько ич. Низко, садимся. Чеч. Поменяли. Так, руки как держать? Раз, так, два, берем. Вот. Вот берем есть, так, да? Есть. То есть берем просто. К себе. К себе. Раз. К себе. Сел. Одновременно. Сжимаю. Но. Обратно. Не. Выпрямляю. Держи. Все, понял. Теперь ты оп. И назад выходим. И вот как перед катану собой. Держишь перед собой. Эч. Но к себе, а потом скручиваем. Да, только плечи. Не поднимайся. Вот, скрутил. Дальше. Оп. Поднимай. Еще раз. Эч. Себе. Вот, спинка ровно. Вот. Скрутили. Хорошо, да, для предплечья очень хорошо, такое жестче, чем экспандер, вы сжимаете все время. Следующее упражнение тоже похожее, но мы добавляем ич. Отсюда. Для спинки ич, отработаем. Отсюда. Смотрим туда. Очень прогружается хорошо спина. Печи. Нажимаем отсюда. Да. Ну, теперь подходим. Смотрим туда вниз. Потом поднимаем и прогинаем. Прогинаем печи. И обратно выходим. Да, выходим. Такое специфическое упражнение. Обратно довольно тяжело делать в обратную сторону. Надо постоянно укрепляться. Да, хорошо, много для упражнений, крепления. Здесь мы должны взять чуть пониже. Вот, и нормально. Прокачивать сам ручки здесь. Да, хорошее упражнение, как с топором, только в обратную сторону получается. Если дома есть гантелька, да, разборная, можно на одну сторону накрутить блинчики и делать практически то же самое. Хорошо. И следующее наше упражнение. Пара физо. Партер. Самое первое, мы качаем шею. Полежа ставим или просто? Нет, в этом самом, на четвереньке партер, вот так.
Смотрите сюда внимательно. Я прижимаю голову, Виталий поднимает. Чуть-чуть прижали. На сторону. Оп, Виталий. Вниз. Моя задача все время возвращать голову. Вниз голову. Вот так. Есть. Good. Ич. Вниз. Сам. Вы должны чувствовать, как вы давите и как вы делаете это. Вот так. Чтобы человек прорабатывал. Ич. Вниз. Сам. Мы грузим все мышцы шеи. Yes, боковые, верхние, передние. Вся шея по кругу прогружается во все стороны. Следующее упражнение. Много-много наработки, как и е. Толкание рук, да, и чни. Локоточек внутри, ручку туда к тебе. Оборачиваешь. Раз. Проворачиваю руку, толкаю. Четыре. Тоже много упражнений делаем. Вот здесь. Это накачание рук. Следующее упражнение в парах отжиманий. Ложимся на пол, на спину. Виталий берет меня за колени. За колени. Ну, поставь свои ноги. Ичи. Поднимаешь. Оп. Одновременно. Ичи. Опускаем. Я тебя? Да. Я здесь держу. Я делаю жим лежа, а Андрей делает отжимания. Yes. Здесь. Которые вы должны делать максимально. Следующее упражнение. Приседания. Ичи. Традиционная форма. Здесь сели. Отсюда для бросков. Обратите внимание, что куда борцы с умом делают. Ичи. Следующее упражнение. Спиной ложись на спину. На спину ложись. Ручки здесь ровно. Натянулся хорошо, как струна. Это довольно голову будешь назад прогинать. Так же самое можно с колодой делать. Вот вы присели мощно. Так же самое вырывание. Ич. И. Спинка ровно. Сам. Это упражнение для того, чтобы мы могли вырывать там партнера, да, под ручку. Здесь на ножку. Потому что все броски идут на ножку. Я так понял, в парной работе вы заменяете просто все железо. Да? То же самое приседание с партнером. Это как становая тяга делаете только с партнером. Да. И следующее последнее упражнение на пресс. Тоже сюда. Да. Я тебя держу ручки за голову, встаешь на ножку. А, полностью. Да, раз, двушку. Двоечка прям. Да, раз. Три. Оп. Три. Сразу и пресс, и приседание. И много разных аспектов с шинами. Много борьбы с шинами, много борьбы с партнером, с двумя партнерами, которые это все нарабатываются все время. Но немаловажно, еще раз говорю, чтобы была дисциплина на тренировке, чтобы не разговаривать. Что человек, который разговаривает, нет дисциплины, нет никакого результата. Поэтому всегда на тренировке вы должны слышать, как муха пролетает. Это самое главное. Тогда у вас будет все. Да, когда ребята своим заняты, то они уже не о том думают и не тренируются, а обсуждают какие-то фильмы, да, не будет уже этого эффекта. То есть, ну, со взрослыми это проще, но с детьми это особенно тяжело, да, у детей свои там побаловаться. Да. Нет, как поставишь себя, все знают, что когда сансемейник заходит в зал, все молчат, все знают, что могут пострадать. Есть много разных упражнений, которые мы заставляем детей работать. Это мы на камеру не будем показывать. Это секретная техника. Хорошо. Сегодня у нас такой был полезный урок, да, даже для домашних тренировок, да, если у вас есть там друг, товарищ, вместе собрались на квартире, там 2 на 2 метра вам надо, и можно прокачать полностью все тело с партнером, приседания, становое, отжимания, то есть все это заменить партнером. Хороший такой видеоурок, спасибо, Андрей, тебе за фитнес-духу, да, за прокачку.
Подходим по ссылочкам ниже, там больше интересного. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч в следующих видеоуроках. Ведите здоровый образ жизни, трезвый образ жизни, развивайте единоборство, занимайтесь спортом. Счастливо!